Я вышла с вокзала в городе Александров. Там церковь. Я иду уже. А мне вот туда надо. Вот туда. Сегодня так много народу, как никогда. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Здравствуйте, мои прекрасные друзья. А сколько ваши ложки стоят? Ложечки по 25. По 25. Да, просто надо приезжать в субботу и пораньше. И все здесь найдем. Здесь все есть, только надо пораньше приезжать. И одежда, и это такая прелестная. Посуда там вдали. Сейчас я подойду ее снимать. Вообще чего здесь только нету. Так, посмотрим, что нам здесь интересно. Ну, вот мне интересно, наверное. Нет, нет, я вот про эту, которые стоят. Которые? Это. А вот, вот эти? Да, да. Ой, а эти нет, это, конечно, нет. Это, вы имеете в виду вот эти, да, чашечки? Да, вот эту, да, чашечку. Там, я не знаю, сколько блюдечков я разбила, пока везла. Так, 2, 4, 5. 5 одну разбила, значит, и 2 таких. 200 рублей. Угу. С красивыми такими этими. Да, красиво, как и вы. Ой, спасибо. Да, неожиданный комплимент. А вот эта блузка у вас висит. Вот серёжечницу я точно беру. Ага. А вот это, ладно, а серёжечница это дулёвая, и мне она подойдёт. А вот смотрите, люки какие, только их как следует промыть надо. Да? Это же не то, что алюминиевые, а самые настоящие современные вилки. А сколько ваши вилки стоят? 20 рублей штучка, там 14 сразу. Я все-таки купила эту замечательную селедочницу Дулёва. Вот с такими замечательными розами. С такой позолотой, неровными краями. Брак здесь небольшой, есть скол, но это, в общем-то, не так много. А купила я ее, потому что вот, Дулёва. Потому что, во-первых, я люблю Дулёва, это старая посуда. Ну, а во-вторых, очень качественная. Ну, а во-вторых, она мне очень подходит. У меня есть сервиз, причем немецкий, который вот как раз будет сочетаться с моей селёдочницей. Потому что я-то ее использовать собираюсь не как селёдочницу, а как такую тарелочку для пирожных. Вот я сейчас жду свою подругу. Так, вот у меня сервиз какой есть. Точно с такой же, с таким же золотом, с таким же цветом позолоты. Видите, Бекер, Германия. Он, в общем-то, не совсем старый. Где-то, может быть, ему лет 10 всего, чуть больше. И у меня вот еще такой сервиз для дачи. И я его более часто использую, потому что у меня таких как раз, он полностью сохранен, 6 чашечек, 6 блюдечек. Но вот тарелочки для пирожных или для каких-то сладостей у нас нету. Я-то вообще использовала, конечно, стекло. Но вот мне показалось, что будет прекрасно, если я буду использовать вот эту селёдочницу для пирожных. И я ее купила, тем более, что стоила она очень и очень дешево. Вот как раз 2 пирожных с клубничкой,
для меня и для моей подруги. Ну вот, я считаю, очень даже здорово. И так приятно, когда Дулёва сочетается вместе с Германией. Вот. Купила вот такие две салфеточки. И купила вот такую сахарницу замечательную. Она... В общем, клеймо я здесь не смогла прочесть, потому что здесь очень много всего как-то намешано. Но вот такое впечатление, что рисунок здесь ручная работа, уже не деколь. И посмотрите, какая замечательная форма. Золотой ободок внизу и вверху. И вот такая замечательная форма. Ну, просто замечательная красота. Видите, прорисовка. Это вот вроде как не деколь. Все-таки не поняла, чья она. Но мне эта сахарница очень понравилась. Остальные покупки покажу в следующий раз. Вообще... Ой, какие здесь у вас пиалы. Я покажу, ладно? Я тут. Боже мой. А сколько такой ларчик стоит? Деревянный. Орех, резьба. А? 200 рублей. 200 рублей. Так, а знаешь, пиалки? Знаешь, сколько на вернисаже стоит? Ну, именно так. А что? Где он? А пиалки сколько стоят? Ваши пиалы. Пиалы сколько стоят? По 20 рублей. По 20. Хорошо, я вас. Какая прелесть игра. Вот для детей-то, а? Отличный подарок. Ой, слушайте. А сколько ваша гжелевская вазочка стоит? 500. Нет, спасибо, 500 дороговато для меня. Спасибо. Она, может, и стоит, но... Супница какая, посмотрите. Ой, какая прелесть. Да. А тарелочки какие. И корзиночки, какие корзиночки. А сколько чашечки ваши стоят? Ой. А эти корзиночки... Ой, а где вы? По 30. По 30?
Заготовки. Давайте я возьму. А вот эта вот тарелка, вы мне не покажете? Перевернете, чья она? Ага, так, 10 рублей вот возьмите. Спасибо. Так, какая, вот эта? Да, да. Знаете, я не... Понятно. А кто это? Не знаю. Да, но очень красивая. Красивая. Конакова, наверное. Да, может быть, я их не понимаю. Так, а эти вы сказали сколько? 30. Ну ладно, подумаю. Мне тащить просто, вот я сейчас за ягодами пойду. Ясно. Не рассчитывал ни на что. Ну, может, на обратно. А все равно тащить до дома. Все время. Спасибо. Да, да. А сколько вот эта супница ради интереса ваша? 250. Ну, шикарная, да. Слушайте. Хорошая. Была бы у меня коляска, я, может быть, и взяла бы. Ой, вот эти вот так мне нравятся. Чашечки так нравятся, просто невозможно. Ой. Ну, я, конечно, вам желаю продать, но если не продадите, то я у вас и заберу их в следующий раз. Именно как тарелочки вам нужны, да, тарелочки? Потому что так вот блюда вот разной формы есть. Но блюдо как... это блюдо. Да. У меня, в принципе, не знаю, а что это за производство? Это кто Фе? Потому что у меня такое же блюдо есть, Фе. Вот это кто? Это какой город? Это город Киров, Калужская область. А, понятно. Вот потому он, что у меня вот написано, блюдо, видите? Точно такое же. Да, да, это да. Сейчас они почему-то ничего не клеют. Даже вот такую штучку не клеют. Понятно. А раньше они вот все на все это клеили. А штучка у нас на этой чайной. Да, 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 да,